акварелью, цветным мелом и даже гелевыми ручками. Воспитанники третьей школы искусств признались в любви своей альма-матеры. В краевом выставочном зале открылась экспозиция «Ускользающие мгновения». Она посвящена 45-летию со дня основания школы искусств. Для выставки выбрали лучшие картины учеников. Это сотни портретов, пейзажей, натюрмортов в самых разных стилях и техниках. Посмотреть на работы юных художников пришли мэтры изобразительного искусства. На удивление, я вижу много выпускников, которые связали свою жизнь с этой профессией. Вообще сегодня профессия такая художника, выпускники, они очень востребованы, они себя находят в этой жизни. Поэтому я хочу пожелать только своим выпускникам, нашим выпускникам, чтобы они жили дальше, не забывая то, что получили в стенах школы. Выпускников и учеников третьей школы искусств поздравили с дебютом представители краевого министерства и городского управления культуры. Педагогам-наставникам, которые стояли у истоков учебного заведения, вручили грамоты. Увидеть ускользающие мгновения горожане могут до 20 марта.